Кинокомпания New Line Cinema представляет фильм. Пойдем, брат. Скоро начнется. Братья, долгие годы мы ждали. Ждали, пока великий монолит направит нас на истинный путь. И сегодня этот момент настал! Сегодня свершится величайший день в истории! Настало наше время, братья! Слава Монолиту! Великолепно! Это просто великолепно! Если все пойдет по плану, то мы сможем взяться за работу в ближайшие сутки. Да, Владимир Олегович, то, что некогда казалось нам безумным и невероятным, сейчас становится вполне реально. Сегодня мы навсегда прогоним этих грязных людей, которые все это время оскверняли великий монолит. Этот день вернет все на круги своя. Вперед, братья! Дамы и господа, мое вам здрасте, добро пожаловать в наш уютный дурдом. Под названием «Прохождение модификации на Зов Припяти. История кота». Мы с вами, ребята, будем сегодня играть за монолит. Давайте посмотрим, что же у нас в рюкзачке. В рюкзаке у нас, как обычно, ничего такого особенно хорошего-то и нету. Ну, в принципе, можно прицепить глушитель. Да, и сюда прицепим глушитель. Блин, гранатометов нету. Ну, хоть пару аптечек дали. Нормалайсен. Так, разработчик пишет, ребята, что действие игры будет проходить на трех локациях. Госпиталь, лаборатория X7 и локатор. Будем поглядеть. Мы с вами в госпитале, коллектив. Хорошечно. Так, что у нас еще есть? Где этот локатор? Ну, не знаю. Наверное, в процессе игры покажет, так как локации не отмечаются никак. Даже госпиталь никак так. У нас есть тропа в Лиманск только. Ну, да ладно. Что за чуваки? О, проповедник Иосиф. Приветствую тебя, слуга монолита. Да приветствую вас, конечно, проповедник. Ха, я раньше подумать не мог, что мы монолитовцы станем настолько сильной группировкой, что сможем взять под свой контроль целую Чернобыльскую АЭС. Да я тоже удивляюсь. Но на это есть мощь монолита. Он хотел, чтобы именно мы его слугами и охранниками были. Так, ладно, что-то мы заговорились. Как ты понимаешь, одной ЧС мало, чтобы полностью обеспечить монолиту полную защиту и скрытность. Мы должны захватить большую часть северных локаций зоны. Ага, то есть госпиталь Припять, Лиманский радар? Ну да, захват радара уже прошел более-менее успешно. Остались только мы.
На нас возложена ответственность за захват таких территорий, как госпиталь Лиманск. Возможно, еще и Лиманский парк, Рыжий лес. Сейчас мы в заброшенном госпитале. Вся проблема в том, что эти территории контролируют военные, поэтому мы должны действовать разумно и слаженно. Выбраться из госпиталя на задание появился без... Слушаюсь вас. Держаться рядом с отрядом и быть внимательным? Отлично, боец. Схватываешь все на лету. Я думаю, ты готов. Ух ты ж, да я как пионер всегда готов. Вперед, погнали, наши городские. Так, чуваки, давайте. Только не отставайте, я знаю, что вы ТКМИ, то есть те, которые медленно ходите. Ой, ох, нифига себе. Это еще что такое? Что это такие? Военные, ребята. Незаметно убрать военных на задание. Патруль. Хорошечно. Сейчас мы вас... Первого, наверное, вот этого лобешник. На тебе фашист гранату. Так, и тебе тоже. Кушай, не обляпайся. Молодец, брат, метко стреляешь. Отряд, выдвигаемся. Только это самое, давайте вы тут... Тихо. Я первый почуль, вы за мной. Ну что, будем? Не... Или отстаем? Чего отстаем-то, я не понял. Давайте, шевели поршнями. Ох ты, шрация какая-то. Ладно, подождем. Мою маму, подождем твой отец. Хорошечно, маневрирование продолжается. Так, ну что, чуваки, что тут у нас? Так, отряд, оставайтесь здесь. А ты пойди на разведку. Я буду ждать, пока к нам... Чего? Что-то не успел я зачитать. Ну ладно, это полбеды. Ох ты, смотрите, свиньи. Ха-ха. Так, спать, родная. Надо было, наверное, с ножа, конечно. Ох ты ж, военные сообщения отправили. Сержант, у нас напали военные. Блин, сейчас, ребята, будет заваруха. Пипец. Так, какой-то антидот дали. Что там в ящиках, интересно? Сейчас будем поглядеть. Так, сейчас я их с этого... Бам-бам-бам-бам. Есть. Ох ты ж, там аптечка нема. Да. Хорошечно, можно забрать. Аптечки, бинты, все пригодится. Ну что ж, погнали наших городских. Так, а что-то я не понял. Во, вот так вот. Хе-хе, чуть это самое. Чуть меня не обули. Так, думаю, как залезть, а? Так, а что у нас тут есть? Есть у нас тоже пешерс. Блин, пилот веточки был уже на подходе. Ребята, колесе. Че воевать-то? Вертолет прилетел. А гранатомет-то у меня хоть есть? Хрена лысого, что, одни гранаты? А как я его собью? Вы что, вы представляете, что мне делать-то, а? Вон он, ёлки-палки. Так, ладно, ты так, а мы так тебя. Ха-ха, чувак, что ты можешь делать-то, а? Я же всё-таки боевик. Так, где ты там? Что-то я очкую, я вылазить нафиг, нифига себе он палит. Я с одним автоматом... Чего у меня еще есть? А нет у меня ни хрена, у меня пистолет еще есть. Что я с пистолетом-то сделаю? Блин, туда я вылазить не буду, дед, ну его банил. Давайте, пацаны, как-нибудь. Вот он. Лупанем по нему. Блин. О, вовремя я скрылся. Ха-ха, хорошо, что. Вот с пистолета попробовать его сбить, а? Есть контакт, ребята, мы сделали это, мы сделали это. Так, чуваки, давайте. Быстро ко мне, все. Ох ты ж, нифига себе тут понеслась. Не, теперь я воевать не буду. Давайте вы сами разберитесь, что там за битва. Не, я не пойду, что-то я очкую туда идти. Так, кто там у нас? Хулиганит. Ага, вон, военные. Блин, я своего гасадул еще придачу. А, нет, не гасадул. Хорошо, хоть и попал. Ой, ёпки. Аптечки, нафиг я аптечку, выходи, наконец-то аптечка, ха-ха, надо было изгладывать. Так, уже нашего одного уработали. Блин, смотрите, бронебойные какие-то военные. Есть, первый пошёл. Что вы без меня там здесь делать-то будете? Где патрон? Влетело. Так, еще один пошел. Есть контакт, враг убит. Давай, давай, пацаны. Я пока тут крылышки. Так, где-то кто-то вот еще. Ага, вон сидит. А, нет, спит уже. Патроны есть, чувак. Хрен на лысо. У вас, смотрите, какая засада. Даже патронов мне не дали. Офигеть.
Так, продолжается операция, наша кооперация. Еще где-то много чуваков. Так, где-то внизу они. Ага. Че, гранату можешь кинуть, а? Дай-ка я им. Ой, сваливать надо. Граната, конечно, граната. Обязательно граната будет. Во, быстро мы разобрались, а? Что такое? Кто тут у нас хулиганит? Блин, монолитосов наших постреляли. Где тут то? Ага, во, вперед, братья, продвигаемся дальше. Завершили свое черное мародерское дело. Так, ребят, смотрите, что я обнаружил. Так, вот это выкинем, наверное, разрядить, выбросить. Во, смотрите, КПК использовать. Ха-ха, денежка, 242 тенге добавила. Хорошечно, продолжаем маневрировать. Ой, елки-палки, что ты ножик-то постоянно достаешь? Прятаемся нафиг. Нифига себе, тут битва. Вот это да, там кто-то гасит конкретно к тому же, и почем зря. О, ты что там за пулеметом стоит, надо первого вот этого убрать. Так, пролетело мне. Во, есть контакт. Фу, ну хоть так, быстрее давай лечиться. Что-то здесь стволы не особо-то убойные. Ты что, давайте, ребята, разберитесь хоть с кем-нибудь там, а? Все приходится за вас делать. Сейчас же мне прилетит, как обычно. Вон же он. Мародерничает, гад. Забирает все, что наше. Так, продвигаемся. Что с пистолетами-то, а? Воевать сегодня кто-нибудь будет, нет? Вот это, да, опять прилетело. Ладно, бин пока. Ха, я его, он меня шатал. Так, ну и где чуваки? Что тут сегодня? Война будет? Эй, е-мое. Все, кажись. Ага, еще кто-то есть. Летчик, летчик, пулеметчик. Ой, ё-моё, опять что ли за пулемет стал? Где ты тут-то? Ха-ха. Вот дурилка картонная. Так, сейчас мы тут разведку проведем, разведку боем. Блин, да что такое, что он у меня так плохо бегает? Надо все патрушки лишние повыкидывать. Нафиг вот этот мне вообще пистолет выбросить. Чертям собачьим, я вообще таким не воюю. Так, пойдет. Теперь можно потихонечку пошебуршить. Так, где чуваки у нас сюда? О, вон они там стоят. Гранату бы кинуть, конечно. Что-то я очкую вылазить. Блин, да что ж так плохо видать-то, а? Есть, получай, слепец. Так, кто-то еще тут живой. Ага, ох ты, смотрите, вот спрятался же гад, а. Посмотрите, так, что наши здесь, где? А, вот он стоит. Я думаю, за кого они очкуют идти? Все, готово, продолжение пути пробиться через отряды военных. Мы сделали, ребята, это мы сделали, наверное, я не знаю, совсем не совсем. Сейчас мы тут немножечко полутаем, опять, 25, и продолжим свое маневрирование. Вы знаете, пацаны, не особо получилось хабарада грабить, блин, патронов. Ваш медиа туда валы. Что же тут у нас куда? Ой, Эд, а чё мне даже дробовик не попался, нифига. Вот это да, ну ладно. Будем так действовать. Операция, кооперация продолжается. Так, а как же здесь тут залезть? Ага, вот, Эд, тут у нас А имеется. Ёлки-палки, коллектив, смотрите, БТР. Мама дорогая. Чувак говорит, ползи сюда, я-то ползу. Вы меня сейчас тут не вшатали сразу же. Надо присесть. Ха-ха, граната-то у меня километр. Кинь, говорит, гранату, надо взорвать БТР. Я хорошо 20 штук их взял. Ой, ёлки-палки. Ладно, сейчас мы сделаем это. Ну и где это чувачело? Пришлось, ребята, загасил он меня сразу же, моментально убора. Так. Бам, столько. Один маловато будет, говорит, кинь гранату. Две кинь, базила старый. Да что такое? Мало ел, наверное, сегодня каши. Бодолит. Есть контакт, ребята. Мы сделали это, мы сделали это. Так, чуваки, ну что, молодец, братья, идем дальше. А что все сидим, я не понял. Я что, первый, что ли, опять? Я что-то очкую туда. Конец пути, взорвать бы ты. Нормально, ладно, погнали наших городских. Так. Ой, елки, осторожно, биды. Просрал. Ха-ха. Динамо, ребята. Пипец. Бабануло меня, бам-бам. Ну, вроде бы не сдох. Нормалайсон.
Что такое, не бойся, брат, помощь уже близко. О, ну может подлечат. А у меня аптечек-то и фига. Оба-на! Это куда это нас бомбануло? Вот она, наверное, и есть, лаборатория X7. Что-то похоже на то. Хотя фиг ее знает, может быть, и Лиманск. Похоже, что он приходит в себя. Отлично, пусть подойдет ко мне, ему надо многое рассказать. Так, интересно, девки, пляж, что же вы мне расскажете-то, ребята? Фонарик-то, надеюсь, у меня не конфисковали. Оба-на, чуваки. А мы с вами где? Ой, елки, наверное, точно в лаборатории. Блин, так, что тут главный, кто тут главный? Фиг на вас. Ну ладно, ребята, давайте коллектив. Эту серию, наверное, закончим. Лиманск мы прошли, вернее, госпиталь. Очутились непонятно где, в какой-то Караганде. И продолжим с вами прохождение модификации, наверное, уже в следующей серии. А сейчас традиционная рубрика «Передавание перевитосов». Хочу передать перевет Димидиуму. Также Холоне хочу передать привет. Четвертому Кащею обязательный перевитос. Меченому Стрелку. Ну и деду Лепскому. А на этом, ребята, давайте этот видосик закончим. Всем спасибо, кто смотрел меня. С вами был я, Старый Сталк. А пока, ребята, всем пока. И удачного прохождения.